Ну что же, граждане, россияне, неуважаемые, не братья, теперь официально вы изгои для всего мира. Вы проклятый народ. Ваша страна — это некое подобие лепрозория. И если в обычном лепрозории живут люди с болезнью тела, то в вашем случае это люди с болезнью души. А это, к сожалению, не лечится. И сейчас мне вас нисколечки не жаль. У меня нет ни сил, ни желания оправдывать вас после всех тех зверств, боли и горя, которое вы, в том числе своим молчанием, принесли моей любимой родной Украине. Мне вас нисколечки не жаль. Будьте же вы прокляты!